Всем привет, друзья, подписчики и кто смотрит канал. До этого было видео на моем канале. Приобрел я улики ППУ. Хороший человек Андрей делает их с душой. Делать может на заказ. Вот, покрашены они были. Ну, фасадная краска. А я решил их сделать золотыми. Вот, посмотрите, что получается. А получается вот такая вот песня. Вот я уже обклеил. Вот. Осталось мне вот эту сторону обклеить, эту сторону. И вот эту. Заказал я на Озоне вот такой вот самоклеящий. Там разные есть. Я заказал золотой, прям подулье. О, нравится мне. Вот этот кусочек стоит 250 рублей. Ну, скажу вам, клеится изумительно. Отзывы я почитал. Много отзывов. Говорят, аккуратно надо клеить. Ничего, но раньше был опыт у меня тонирования стекол на машину. Соответственно, замерили все и потихонечку поехали. Самое главное — обрабатывать углы. Вот сделали, и вот так вот угол прям проходите, фольга, проходите его прям. Все ложится идеально. Смотрите, какой будет золотой улей. Так я обделаю это крыша, и также будет обделано домсы и магазин. Не магазин, а корпус. Магазины я оставлю, покрашу другим цветом. Сейчас краска продается другими цветами. Там разные. Там липа будет у меня под белый. Там акация. Ну, разными цветами магазин, чтобы не ошибиться. Вот. А крыша, корпус и дно будет у меня вот такими золотыми. Ну, и там разные они цвета. Белые, золотой. Там цветов, наверное, 4-5. Вот такие вот дела. И хорошо, даже если где-то, но у меня без изгибов, вот вы можете посмотреть на отражение, все ложится на хорошо, и на краску ее не оторвешь. Отлично ложится, не оторвешь. В этом куске 3 на 60 она. Вот как раз улик получается. Здесь у меня даже с подворотом. Крышка получается 55. Ну, улик, соответственно, также 55. Вот она будет заходить сюда, да, на улик. 55, ну, там, с половинкой. Так что, отличная. 60 ширина у этого рулона, 3 метра длина. Вот я крышу уже почти доделал, сейчас с двух сторон доделаю еще. И перехожу на корпус и на дно. И у меня еще осталось сюда, вот у меня ушло вот сюда, ушло 92 сантиметра. Вот. Отсюда с изгибами, здесь края прошел, загнул здесь тоже. Соответственно, здесь тоже сейчас так сделаю. Здесь вот все, 92 сантиметра. Вот, считайте, 2 с лишним у меня еще осталось. Ну, рулон, я думаю, крыша и корпус. Не полностью. Ну, 250 рублей. Я думаю, для пчелок это не жалко. Почему слетают пчелы? Пчелы слетают от нерадивого пчеловода, который содержит пчел в грязных ульях, некрасивых ульях, ну и так далее. Шучу, конечно. Но все равно в каждой шутке есть доля правды. Все, сейчас доделываю. Это делать, соответственно, надо в тепле. Чтобы все это потом, я это еще пройдусь влажной тряпочкой, чтобы уплотнить. Ну и все вот эти вот уголочки, если будет заниматься, вот так вот их проходите прям. Прям вот, вот так прям, чтобы они острые были. О, кант, делайте кант. Вот я прям кант делаю. Вот он кант, ничего, она не рвется, все нормально. Вот он кант. О. Отлично! Кто считает отлично для пчелок? Прям желтенький цвет под мед.
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я буду работать дальше. Ну все, ребят, крышка готова. Переходим к корпусу. Посмотрим сейчас как. Улик. Посмотрим, как будет смотреться наш улик. Улик, пеноулик. Ух ты! Ух ты! Ух ты, пеноулик! Нормально. Сейчас буду делать корпус. То бишь отсюда до сюда будет такой же магазин. Разные будут красить. Но зном не буду заморачиваться. Оставлю так. Короче, делаю крышки и делаю корпуса. Магазины разным цветом. Буду покрывать краской, пропитанной резиновой краской с резиной. Все, я думаю, отлично. Пчелки, если мои будут живы, переедут. Красотищный домик. Красотищный. Ну все. Золотой улей.